Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на новую серию Памулка. С вами сегодня, как всегда, Кофе. Я надеюсь, вы готовы к новой порции угара и бомбежки. Ну что ж, мы продолжаем играть с последним обновлением. То есть у нас идет анонимное голосование. Также у нас выключен таскбар, мы не видим, кто сколько выполнил заданий. Играем с такими настройками, посмотрим, что из этого выйдет сегодня. Но я вам сразу хочу сказать, что серия получилась супер интересно и супер смешная. Так что смотрите обязательно до конца. Все же приятного просмотра, приятного аппетита. Ну а мы начинаем, погнали. И не забывай ставить лайк. Оля-ля, оля-ля. С КамАЗом. КамАЗ, давай только не как в прошлый раз. Давай не будем торопиться, хорошо? Я тебя очень сильно прошу. Давайте сразу пройдем налево. Выполним задание здесь якобы с листочками. Выполняем задание с листочками. А что это Толя как-то подозрительно на меня смотрит? Здесь мы задание выполнили. Давайте теперь пройдем вправо в блок навигации. Выполним задание тут. Задание мы здесь типа выполнили. Давайте теперь выполним задание здесь. По сути, можно рупануть сейчас свет просто и все. Давайте вырубили свет сейчас. И все нормально. Ой-о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 й-
где убили? Кого убили? Где? А, это я. Вау, я не знаю. Ой, а это я. Воу! Я убил. Подожди, я сейчас не понял. Это как понимать? Стоп. Что? Ой, сразу скажу, это не я. Ага, да, со светом. Да нет, подождите, пожалуйста. Двойное убийство при фликере, это не я. Подождите, короче, я сижу. Давай, Бри, давай, придумай, что-нибудь выдумай, давай. А где? Да не важно где. Снизу там мне щит. Да это не я. Да. Не, на самом деле. Не я, правда. Да потому что я, короче, свет. После этой фразы короче, точно короче, все ГГА. У меня есть небольшое подозрение, что это не Нино. Я... Потому что... Вот, я... Хин, хороший. Да, подожди, второй, небольшое. Давайте первую Хину убьем. Подожди. Да за что, дайте Хин? Сказать, дайте слово. Она со мной заходила в эту самую, в навигацию. Вот черный как раз Кари убежала. И меня немножко не убила в этот момент. Ну, не-не-не, это же да, первый. Короче, отключили свет, раунд, я просто бегу, и вижу, репорт закрывается. Я хочу посмотреть, кто и где вообще труп, и случайно нажала. Я думала, кто-то не я нажал. Угу. То есть ты хотел... Да правда! Как можно случайно нажать на кнопку? Короче, небольшое подозрение, что это не Нино, но небольшое совсем. Ну можно ко мне просто со мной кто-то будет ходить? Кто где был тогда? Кто где был, скажите? Я вылезла. Я Толя, я больше не буду трупы находить. Толя точно бы я в электричестве свет пытался. Я не знаю, где был это... Где хлеб был. Или хлеба и нашли. Так хлеб умер. Короче, это... Нет, так второй труп видели, нет? Я и первый-то не видел, в столовке был. Вон, давайте скипнем, дальше станет понятнее, мне кажется. Короче, если что... Бежала если в Каре передо мной. Фразу. Да нет! Вот, блин. Ну, типа, это будет честно. За что? Я труп нашла, это нечестно. Нам сейчас так повезло, что нас не спалили. Это вообще жесть, забейте. Я вот так и знал, что с КамАЗа вообще опасно играть за предателя. Он слишком торопится, он слишком газует сильно, понимаете? Это вообще жесть. Давайте сразу пойдем в блок с электричеством, выключим там... Ой, выключим, господи, починим там просто типа якобы электричество и все. Так, давайте теперь, это что было? Вы тоже это видели, да? Это что за телепорты такие? Так, здесь я задание выполнил. Здесь я задание также выполнил. Здесь давайте встанем. Теперь также все, задание выполнил. Все, побежали. Чё-то мне не нравится, что стервяшки бегают со мной и преследуют прям так меня. Давай, пошли. Так, тут ляпи писи стоит. Давайте посмотрим. Так, Хин у нас на камерах, стервяшка на камерах. Где бегает КамАЗ? Скажите, пожалуйста, где он бегает вообще? Так, у нас саботаж. У нас саботаж. Пошлите чинить. Побежали. Ну-ка, подожди, я на всякий случай забегу, посмотрю. Нет, тут все нормально. КамАЗ, могли двоих убить. Сейчас КамАЗ Нино убьет, отвечаю. Просто на мои глаза. КамАЗ, не надо. Я тебя прошу, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Я тебя очень сильно прошу, не надо. Все, ну типа двоих мы убили, в принципе, торопиться еще некуда, потому что... Так, здесь камера, аккуратно.
Так, все, здесь мы задание выполнили. Отлично. Так, на камерах у нас, кстати... На камерах у нас, кстати, никто не стоит, поэтому давайте сделаем вот так вот, и все прекрасно. Давайте перебежим сейчас сюда, вот так вот, по-быренькому. Вот так вот, отлично. Так, мы здесь типа стоим, выполняем. Толю убили в управлении, и где? Туда заходил кофе. Да. Ты же не в управлении был, ты в навигации был. Когда я забегал туда, он был живой. Когда я забегал погоди, туда, погоди, 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 погоди. Андрюх, ты в навигацию убежал вообще-то, я по камерам тебя видел. Да, в навигации. Я зашел, там был Толя живой, потом я пошел наверх качать файлы. И за мной бежал кофе. Кофе тоже заскочил. Но я заскочил не... туда, да, но я выполнил задание и спустился всё. Вниз на щиты. Окей, ну короче, странность. Не, у меня, как бы. У меня тоже есть подозрение на лес. Свое оправдание, я могу сказать, что у меня есть сканирование. Я говорю, у меня есть подозрение на Олега, потому что в прошлом раунде он сказал, что мы с ним бежали свет чинить, хотя я его не видел. Не-не-не-не-не-не-не. Ты сверху выбежал с хранилища, я прям к тебе пробежал, я мимо канистры пробегал. Мы были прям вместе рядом, я тебе серьезно говорю. Ну, может, я не знаю, как ты меня не увидел, я не знаю, как ты меня не увидел, но мы были вместе. Ну, подождите. Если Кари убили, в предыдущем раунде туда подбежали Кари и Олег вниз, где труп был. Нет. Да. Нет, я стоял на канистре. Я не видел Олежу. Я стоял на канистре, заливал в канистр бензин. Я уже никому тут не доверяю, поэтому... У вас, кстати, у меня вопрос. У кого есть сканирование? У вас карта не лагает? У меня просто почему-то ноги телепортируются просто. Я просто бежал со сервяшкой в блок с электричеством, он у меня остался в хранилище, я стою, выполняю задание, и он бац прям появляется передо мной, прям я вот этого не понял просто. Бац появляется перед тобой, и ты его убиваешь! Ну, да, жив да. вообще-то. Сервяшка, это она, но... Не, я про Толя. Это Толя опознался так по-любому. Олег изначально со мной бегал в раунде, мы стояли с ним в электричестве, и он чинил электричество. Это Вилли Олег. Знаете что? А давайте кикнем КамАЗа. Да, блядь! Да, давайте. Он что-то молчит слишком сильно. Да потому что вы меня хин, флик и сервяшки видели. Скажите, пожалуйста, у кого-то есть сканирование? У меня нет сканирования. Нет, у меня тоже нет. А я привык кикать. Вы скипаете? Я пыталась. Но я скипаю. У меня есть подозрение. Олег, ты скипаешь, потому что ты трейтер, да? Нет, потому что у меня нет подозрений ни на кого. Что за в кино? У трейдера не бывает подозрений. Нет, бывает. Блин, короче, ладно, самое главное, что меня не выгнали. Ну-ка, пошли, Нино, я просто хочу посмотреть на то, как она будет проходить сканирование. Давай, Нино. Самое проблематичное, что нас видел Хин сейчас, который пробегал мимо медблока, поэтому Нино сейчас убивать нельзя. Ну, по сути, нам осталось убить троих, это одного убить где-нибудь и просто потом сделать даблкил, и все. Так, я закачиваю файлы, все нормально. Все хорошо. Так, все, можем теперь спускать. Такс. Мои предположения. Стервяшка предатель, потому что она три раза подходила к одним и тем же проводам и чинила их. А три раза. Она кислород не отключала, пока мы все не прибегали. Прям возле камер. Ты три раза туда подходила. Прошлое и вот до прошлого голосования. В этом еще. Меня кикнули. Но, кстати, да, мы тоже со Стерешкой были в блоке с электричеством, мы подбегали, я только сейчас понял это. Она стояла ровно сейчас на тех же местах, на тех же заданиях, что и в прошлый раз в блоке электричестве. Олег топит второго трейтера, чтобы спалиться. Олегу не повезло с трейтером, да, вторым просто. Да в смысле? Вы сейчас прикалываетесь? Я не понимаю, почему? Кстати, Нино прошла сканирование, я это видел, она чистая. Она жива, странно. Да. Пройти сканирование. Если честно, я не трейдер, если что. Да, уже все равно. Никому не известно это. Все, найс! КамАЗ, даблкил, делаем и все, даблкил! Остается сделать только даблкил! Все, КамАЗ, пожалуйста, побежали! Нужно просто выполнить сейчас задание со сканированием, и все. Я делаю очень... Ой, какое задание, господи, нужно сделать просто даблкил! Все, КамАЗ, побежали! КамАЗ, даблкил! КамАЗ, даблкил, все! Так, я бегу за Хином! КамАЗ, пошли за нами! Куда КамАЗ пошел? КамАЗ, стой, не убивай! Ай, блин! Да блин! Лучшая. Кто? КамАЗ, ты что сделал? Сука. КамАЗ? Да все. Блять, я замьюченный был. А все уже? Сделал? А ничего.
А все? Опять убила и на меня все свалило, да? Да конечно. Дело, как ты первого замочила? Короче. Ты при мне убил фликера. Короче, я бы фликера это... не тронул бы. Если это не КамАЗ, то это Олежа кофе. Почему? Кислите, пожалуйста, КамАЗы только. Знаешь почему? Да, почему, 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 почему? Да, давай я объясню. Потому что я смотрел на кофе, он забрал эту самую канистру и пошел к верхнему движку. Да. Сейчас заданий уже мало у кого осталось. Я еще 2 голосования назад все задания выполнил. Так. Вот. А к нижнему ты не пошел и не пошел обратно опять так, заправлять нет, канистру. Смотри, короче, я объясню, до почему. Меня... Я объясню, почему. Смотри, я заправил верхний этот двигатель, потом спустился в реактор посередине, выполнял задание с кубиками, где нужно запоминать. Потом начался саботаж, и я побежал с вами. Но ты поверху все же не побежал. Короче, продолжите, пожалуйста, за КамАЗ сначала. Я прям за тобой бежал, ты что? А куда ты дальше убежал? В смысле, ты... Ты просто к комнате управления не подходил вроде как. Я забежал через пункт управления, посмотрел... Нет, точнее, я не добежал до него. Нино, он пробегал тебя? Нет, стой. Я забежал в пункт управления, увидел, что оттуда просто люди начинают выбегать, побежал наверх, и все. И тут, ну, типа, сразу Нино... В конце раунда вниз побежали ты и Олег. Ага, значит, все нормально. Окей. Ты, пиздец, за кого голосовал? Я за кофе голосовал, он трейтер. Что? Блин. Мы можем выиграть, КамАЗ, только попробуй мне соврать, КамАЗ. Проголосовать за кого-нибудь, кроме меня и кроме себя, проголосуй либо за Зиной, либо за Хина. Я вкинул на себя, потому что Лебедь проголосовал за меня. Значит, у тебя будет также 2 голоса, Нино и Хина. Нет, это я, КамАЗ, я убил. Блять, спасибо, нахуй, ребята, что... Я такой долбоёб! Согласен, я голосовал. Зачем? КамАЗ, зачем? КамАЗу нужно было голосовать за кого-то другого. Ну почему? Я специально... КамАЗ, я специально проголосовал. Я специально проголосовал за себя. Я специально сейчас проголосовал за себя, чтобы... ну КамАЗ! Я специально проголосовал сейчас за себя, потому что Хин и Нино голосовали за КамАЗа. Лепи Писи проголосовал за меня. То есть у нас должно было быть 2-2. И все. Ну почему? Дайте хотя бы кого-нибудь убить! Все, тут нету никого, тут никого нету. Вы уже не прожмете на кнопку. Да блин. Тут понятно было. Олежа такой заправляет, короче, полоска не двигается. Я объясняю. Все вот просто по полочкам сейчас разложу. Когда мы сделали дабл килл с КамАЗом, во-первых, когда только я попался с КамАЗом, я так и знал, что он поторопится где-то в какой-то момент, и все. Короче, в самом начале, когда мы убили вдвоем на щитах, КамАЗ просто убивает, я вообще не был готов. Это было максимально палевно, но в итоге я не знаю, как мы не спалились, это окей. Это слава богу. Потом, короче, все вообще идет замечательно, нам остается в конце сделать просто дабл килл, все у нас УКТ у обоих готово, КамАЗ убивает сверху, а в этот момент я бегу вниз, внизу никого нет, Нино подбегает к трупу и все. И с этого как момента Нино по нему не поплавил. Понимаете, вы понимаете, что наш с Хином вброс в самом, с Фликом вброс в самом начале игры был правильный, бля, просто. Бля, Олег, тут прикол в том, что... Ваш брос не был правильный. То, что ты убьёшь Хина... Мы сказали, давай КамАЗа кикнем просто, он живой. Толя, Я просто не видел тебя. Нам надо было просто вместе двигаться, чтобы я видел, что ты убил, и что я убил. Я вас тоже очень поздравляю. А мы разделились, ты откуда убежал? Толя, почему в чате пишут, что я твой сын? И ты убил, и я всё, типа. А я смотрю в самую секунду, думал, что я твой сын. Так, ну что ж, друзья, у нас каточка за мирного, так что давайте тащить. О, я люблю эту карту. Сейчас, смотрите, будет килл в толпе, отвечаю. Смотрите. Да, это Хин. Это Хин. Хин. Отбежали двое, и ты притягиваешься просто в хило. У меня вообще было по-другому видно, я прям в людях стоял. Почему это не было видно? Так, у нас саботаж, что типа, быстренько сбегал, так сказать, его починил. Так. А чё лисятка-то не побежала-то, я не понял. Не понял я сейчас вот этого вот момента. Флик прибежал ко мне.
Алиса почему-то не побежал сюда. Ой, у меня, кстати, два задания до сих пор сверху, так что пошлите их выполним, потому что я их вначале не успел выполнить. Приветики. Так, ключик вставляем вот сюда, потом ключик вставляем, ой, вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда. Прекрасно, 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 прекрасно. Так, погнали, зайдем в исследовательскую, наверное, сейчас. А, нет, давайте сгоняем в офис сначала, выполним задание там, и уже через офис пройдем в исследовательскую. Да, все правильно. Опа! В лаборатории, короче, нашел. Я видел труп в офисе. Что? А почему у нас три убийства сейчас? А, все понятно, все понятно. Где два убийства, все понятно. А, где? Ну, я никого не видел, типа. Я сначала был, я видел кофе. Мы да, слева смотри, были. Смотри. Я знаю, смотри. Лисятка 100% мир, стервяшка 100% мир. Флик, ты после саботажа куда побежал? Я встал на камеру, я видел, как ты подбежал к двери и увидел труп команды. Все, значит, это Толя и Карри остаются у нас. Оба-на! Чего, бля? У нас один трейдер остался. Что? Тогда Карри. Тогда Карри. Я забыл, что он у меня одного. Типа, нормально, нет. Да? Не Толя, Олег вкинул в меня, его даже не смутило, что я один из тех, кто с флагами нес Хина на убой в прошлый раунд. А вас не смущает, что у нас два убийства сейчас? Нет, один. Почему один? Убили, двойное убийство было сначала, я так понимаю. Хина ёбнули, второй ёбнул Нино, правильно? Или наоборот? Нет. Подождите, короче, если вы говорите, килл, что два трупа сейчас нет, нашли. Нет, стоп, два трупа у нас. Это не Хин. А, два трупа, это не Хин был. Блять, это Хин был. Это Толя. Да не я, это Хин был, блять, алло, вы чё? Да не может быть Хин, у нас два трупа. У нас два трупа. Да не два трупа, блять, ещё раз повторяю. Хин сам признался. Первый раз, когда был репорт, два трупа было, алло, блять, вы чё нахуй? Просто Хин убил при нас, поэтому мы зарепортили на этом угрозе. Стойте. Да не может быть. Лисятка, подождите, пожалуйста, Хин сам признался. Тихо, блять, ну пожалуйста. Лисятка, ты где труп нашёл? Нашел. Кто мертв, пожалуйста, молчите. В лаборатории немножко. Так а вот, смотрите, Хин, а мы нашли трейдер. В управлении КамАЗа. Почему в лаборатории? Почему в лаборатории, если я сейчас видел Нино в офисе? То ли один труп был, разве? Нет, нет, Олег, это был труп КамАЗа, синие ноги были. А. Я вам говорю, один трейдер не может два. Да там. Два короче, трейдера. Мне кажется, два это Карри. Я за Карри, мне кажется, это Карри. Один. Да не то ли, а за кого, за Карри? Что-то я вообще ничего не понимаю, что происходит, блядь, если честно, что-то как-то очень забавно. Два трупа у нас. Блядь. У нас, по-моему, у тебя какие трупа? Настройки-то? А подожди, я создавал? Какие у меня настройки? А, ну все, блядь. Че, как у нас два трейдера, блядь, фликер. Фликер, нахуй, дерево, ебаное, блядь. Я пересмотрел. Ты понимаешь, что два трупа нашли? Два трупа. Ты понимаешь? Ну что ж, дорогие друзья, на этом сегодня все. Я надеюсь, вам понравилось эта серия. Поставьте лайк, подписались на все наши каналы. Не забывайте подписываться. Все ссылочки находятся в описании под этим роликом. Ну что ж, друзья, на этом сегодня все. Всем до скорой встречи и всем пока. Пока.